Бестер – первый в мире искусственный гибрид осетровых. Почему Бестер? Потому что его мама – белуга, а папа – стерлядь. Один из самых удачных гибридов, быстро растет, как белуга, и быстро дает икру, как стерлядь. Неприхотлив, взял лучшее от папы и мамы. Выведен в 1956 году в СССР. С тех пор завоевал большую популярность у рыбоводов. Его выращивают и на мясо, и на икру. Мы часто запускаем Бестера в свои пруды. Может расти почти до 2 метров и весом до 30 кг. Является объектом товарного выращивания в России, Германии, Польше, Италии, США, Японии, Китае, Корее и других. Бестера запрещено выпускать в водоемы, в которых обитают естественные популяции осетровых рыб, из-за опасности генетического загрязнения чистых видов осетровых, прежде всего белуги. Разведение только искусственное. Является важным объектом аквакультуры. Вкусное мясо употребляют в пищу в вареном и парном виде. Из него изготавливают булыки. Икра Бестера по размеру и вкусовым качествам не уступает севрюжьей икре. Ты можешь построить пруд сам и запустить туда Бестера. Подписывайся. Расскажу, как это сделать.